что? Время 7 утра. Да. Марине надо купаться. Да, я старался раньше, не дали. Дали раньше. Здравствуйте. Раньше нам не дали искупаться, нам хотелось раньше. У нас хорошее настроение. Мы, наконец, на море. Не были уже много-много лет. И вдруг повезло, мы приехали на моря. Вчера вечером ходили на городской пляж. Сразу как приехали, как не пойти на море, если ты рядом. Преступление просто. Мы искупались, народу было мало. Почему-то очень-очень много медуз. Непонятно, откуда они взялись. То ли будет шторм, то ли был. Я тут не была, не знаю. Непонятно, хороший, что такое. Знаешь, непонятно, что. Прямо. Тяжело двухметровому мальчику умещаться в машине. Ну, мы доехали. О, к нам уже кто-то бежит. Четырехлапый. Доброе утро, друзья. Не люблю я такое море, блядь. Все у нас хорошо, только у нас Юра приехал без Галки. Галка дома осталась. А что люди, когда 40 лет не расставались? Грустит. А так все хорошо. Красота. Такое ощущение, что ночью был шторм. Камни все мокрые, лестница мокрая вся. И водоросли на берегу аж лежат. Маринка снимает. Марин, мне кажется, ночью был шторм. Да? Глянь, водоросли вон прям где. И камни все мокрые, и лестницы мокрые. Хорошо. А ты прям в тапках? Ну нет, я могу. Снимаешь, что ли? Вон Юрик дал. Ой, а здесь Милка. Старай. Ой, хорошо. Ой, только попалась, какая погода. Прям вода, правда, бодрит. Вчера была теплее. Но, видимо, шторм был. Здравствуйте. А мы тут плаваем. Марина говорит, мы тут ходим в море. Мы тут ходим. Тут скажут, плаваем. Вода в карбонку. И корабль какой-то. Вот, товарищ, я тут плыву, плыву, плыву.
наконец. Красота. Серега мне захотел с вами плать, он сидит там в машине. А что-то кричит. Вода на самом деле шикарная, вот немножко привыкаешь. Красота. Вот видите, шторм был ночью. Повыносило. Вон куда. И вон тапок чей-то. Один. А может 8. Не, 8, а 6-8. Не, 6-0. Юр, такой белый, не могу. А там 74 написано. Так. Бутылочки 200, а литровую я наливаю 600 рублей. Вот это большая, а вот она будет, понятно. А, вы полностью канистру? Да. Не, я на разницу продаю. Я канистру. У тебя полная канистра есть? Тонка. Они, наверное, позже откроют. Наверное. Да, Маришка себя чувствует как рыба в воде на рынке. Чаи всякие. Видите, какую красоту в баночке собирают. И орешки тебе, и инжирчик. Корзинка понадобилась. Ой, школа. Думаю, я маленькая, вон бабулечка какая маленькая. На голову ниже меня. Так, что они теперь шлепки меряют? Крым, Крым, Крым. И даже маленький Крым. Ой, не выспались, легли хрен знает во сколько. Ой. Вот это такую рань поднялись. Время 8:30 мы уже тут и купались, и уже и рынок весь обошли. Ой. Специалисты по выбору дынь. Ты пошел сюда, ты? Вот этот кубок сделан. Ты что? Не видели, значит. Зато пахнет. Пойдет или убрать? Пойдет. Сейчас же.
Что, моя ласточка? Что ты хочешь от меня? Мальчик захотел малинки. Господи, каких только арбузов нет. Господи, наконец-то мы выходим. Так, теперь нам надо крючки найти. Ребята собираются рыбу ловить. Так, за крючками. Господи, я уже устала. Какие-нибудь маленькие найдем, так целых 1-40, чтобы влезли. А посмотрим. Может, лучше купить просто и все? Да нет, посмотрим. Клиника большая. Куда ты побежал-то? Вон они в этом фартовом. Вот так вот. Первый день, как приехали. Время только 9 утра. Измотали меня. Сижу на стульчике. Они где-то все бегают. Ой. Да чего ж энергичные люди. Серега там все с крючками со своими. Марина уже убежала за молоком. Потому что то, что купили на цыганском рынке, Сереге молоко не понравилось. Побежала тут за молоком. Юра тоже куда-то девался. Ой, миленькие мои. Жду. Господи, какие же они тут отсталые. Вот это, мужа моего не снимайте. Люди никак до сих пор не поймут, что это реклама. Им же кидаются вот это. Господи. А вот кроме этого рыболовного еще есть? На котлеты. Серега, надо взять еще, какие у него есть. Больше не давай, возьми. Еще, сходи. Сколько надо? Ты еще 3 штуки возьми, 6 штук поставим. Да, 100 рублей. Так вот пьем молоко. Вот это молоко. Да? Ну тут хорошие тетеньки, да, торгуют. Молочка попил. Лепешечек с собой. Давно злави можно. Поблизости, скажи, люди не... Так вот сама и скажи. Здравствуй. Твой муж. Да. Подскажите нам, куда нашим мужчинам на рыбалку съездить? С учетом того, что у одного плохо ходит нога и куда-то там залезать и добираться. Нам тяжело. А другому очень хочется позагорать. Вот где это можно совместить одно с другим? Понятно, что это смешно тем, кто занимается рыбалкой. Но попробуйте, подскажите нам, пожалуйста. А чё плохого? Чё подскажут? Always alone when the tide is